Хейл гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названием Соль и Святилище. Так, сейчас у нас будет, по сути, второй. Ладно. Ой, там пушка какая-то. А что это за пушка у нас? Ой-ой-ой, тихо-тихо. Но я не умер, а значит, я поэтому могу ходить. В смысле, она не убивается? То есть оно не убивается. Ладно, проверим на магию. Так, я понял, чем эта локация будет противной мне. Так, а почему я тебя убить не могу? Почему их я убиваю, тебя убить не могу. Так, у нас здесь опять развилка, да, идет походу? Ага, святилище. Отлично. Так, восполним силы. Подношение. Статуэтка телепорта. Ой, тут тоже какая-то идет у нас развилка. Давай сначала в эту сторону. Ой, там... Я заберу. Ой, тихо. Нет. Я забыл. Прокачаться. Повысить уровень. Да. Повышаем уровень. Сделать... древо навыков. Мне нужен дамаг. Дамаг. Поехали дальше. Не ори на меня. Все? Утихло. Там, походу, была тоже не машина, а обычный воин. Кажись. Так, если что, я могу на левую сторону на крышу своего респавна залететь. Воу. Это что за бандюканы? Это точно не я вешу. Рано. Ладно, давайте сюда пройдем. Значит, эти машины ломаются, а эти фиг, да? А по воде я могу пробежать, так? А ну. Только главное, потом достану ли я сюда обратно. Да, достаю. Все отлично. Мне интересно, не умру ли я? Нет. Опа. Тут какой-то житель. Здорово. Ты в моих водах? Привет. Любишь выпить? Любишь ходить по всяким злачным местечкам? Ты мне нравишься? Я тебе нравлюсь? Да? Ты мне нравишься? Я покажу тебе, что у меня есть. Говорить? Я старый Грис. Это мое болото. Купить предметы. О, у тебя есть яды, противояды. Броня, конечно, не на меня. Куклы продаются. Ну ладно, давай. Увидимся. Так, щит клирика. Блин, у меня сейчас вот это, да, стоит щит? Ну, такое на самом деле место. Секрет. Так, на самом дальше там у нас ничего нету. Ай, траванули.
И даже не отравился. Ладно. Выпью и полезли. Значит, я тогда все-таки на ловушку, да, наступил? Да. Ниндзя, ниндзя, ниндзя. Все, все, все. Отсюда, походу, можно долететь. Стоять. Долететь. Ауч. Только вопрос был, куда долететь? А, не суть, сдох, сдох. Сдох так сдох. Потом без диарии нужно будет прочесть. Ладно, уже впрыгнул в воду. До конца пойдем. А, я понял, тут моего этого... Тут моего этого нету. Так, да, вот это про... Минус яды просто на изи. А, то есть я понял, какой у меня жесткая... Жесткая херь какая. Ладно, поехали. Куда ты меня приведешь? Нет, мне нужно вниз. Вот к этим ребятам. Готово. Так, ловушка, походу, наверху, да? Вот это. Да-да-да-да, побей, побей меня. Так, тут спуск вниз есть. Ага, я здесь был. Я здесь был. И я сюда тоже спускался, да? Хотя туда можно долететь. Ладно, не суть. Выпиваем и погнали. Все равно я там зачистил. И поехали. Пока теперь вопрос налево-направо. Давайте направо. Ну да, это лево, я знаю. Все, отстаньте. Я знаю, что это лево. Так... То платформа или нет? Вдалеке вижу в высоте, да, то платформа. Так, минус. 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 Извини, он у меня подлиннее будет. Я к вам еще загляну. Я к вам еще загляну. Ага, а здесь у нас свечи не горят. Значит, у меня так вариантов нету, значит, там ничего такого тоже нету. Ладно, поехали. А, вылез он. Так, медальон утонувший. Так, на... Ух. Выжил, 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 выжил. Ага. А что ты за подъем у нас такой? Ого. Хотя не, стоять, я хочу вниз спуститься. Понять, что это за место. Так. Дальше мне не пройти, да? Блин, давайте, ладно, сюда я после босса пойду. То сейчас еще заблужусь, не дай бог. Так, босс у нас наверху. Скорее всего, если здесь все отравливается, все на ядах, где работает, тогда мне будет шпиндюхать ядами своими.
Эх ты ж, ё-моё. Ему еще попасть нужно. Ему еще, оказывается, залезть нужно. Молодца. Быстро свалил. Ага. Допустим, жуки, да, немного будут посильнее, чем эти обычные. Так, минус. Летающие насекомые. Так, камень. Татуэтка телепорта. Новый меч. Типа я ловушки, да, не вижу? Типа слепой. Не пожалею ли о том, что сделал? Ого. Ого. Это, походу, тут срез, да? Ага. Оказывается, это тот срез. Значит, до босса мне еще идти и идти. На самом деле, не так уж и долго идти осталось. Так, новый талисман. Во-во-во! Ненавижу вас. Они меня коцнули. Я восстановлюсь лучше. Так, значительно повышает силу атаки, когда владелец находится при смерти. Ну, если брать расчет, когда я постоянно хилюсь. Ауч. Кости сломал немного себе. Нужно выше забраться. Нужно забираться выше. Так, ладно, это сейчас восстановится. Хотя, ладно. И так сойдет. Серьезно? Серьезно? Ну ладно. Да ладно, ладно. Нормально. Нормально. Так, это проход к боссу. В принципе, чтобы не идти, вот хотя... Надо что-то и есть, наверное. Хотя... Тратить время. Ой, я вижу там кто-то вон в воздухе, видите? Ага, зараза. Молодец, конечно, втихаря атаковать. Так, а долечу ли я, вопрос? Ну, сюда хотя бы долетел. Так, статуэтка лидера. Как мне наверх попасть? Так, окей, допустим. Давай, давай.
Отлично. Так, мимик или нет? Нет. Пойдешь к алхимикам. В принципе, я думаю, мне должно хватить. Мне должно хватить. Поэтому. Заряжаем и быстро идем. Это чудовище смарт. Ох. Ага, он просто выпуливает зубы, типа. Все, да? Ну да, он, в принципе, ничего из себя такого не представлял. Не уж. Слабый босс. Фух. Новое колечко. Так, увеличиваю скорость восстановления энергии. Полезно. На самом-то деле полезная вещь. Так, а где мой выход? Ладно, не суть. Можно потрубить и уходить. Можно потрубить и уходить. Почему? А потому что уже все. Мы убили тех боссов, которые я хотел. Теперь просто повышаем уровень. Да. И пойдем с 85 уровнем убивать остальных. Сделать подношение. А, уже у меня фул. Дева навыков. Давай, силу увеличить. Все. В принципе, можно и заюзать эти. Напоследочек. У меня сумки дали еще. Дали мешочки. Нужно еще кого-то грохнуть. Я даже знаю кого. Привет, чел. Надеюсь, ты не расстроился. Ой, за него достаточно много дают. На удивление, по косарю. Так, повысить уровень. Готово. Так, древо навыков. Ила прокачать. Да давайте, чтобы уже не мелочиться. Бум. Сколько здесь ты даешь? 7 кусков. 5 кусков. Ну такое, ладно. Ой, подождите, на остальные деньги нужно у торговца купить. Соль. Да, купить предметы. Куплю 2 ящика. И один такой. Да и платочков можно купить. Готово. Да? Так, ставим все, что я купил. А, я понял, ладно. Поехали. Бац. Бэм. Бэм. Сейчас пойдем своего помощника одного врага убивать. Помощник враг. Так, ваза. Да и все. Давай, чил. Ой, сейчас еще отлягу от тебя. Он мне даже на подарок дал предмет. Фух.
честь подарка. Так, повысить уровень, да. Так, знаете только какой минус? Так, древо навыков. Я не знаю, куда мне идти. Эх. Эх. Я не знаю, куда мне идти. Ладно. Не суть, найдем. Если я не забываю, то мне нужно чисто все на правую сторону идти. Так, вниз. Сюда, сюда. И, кажется, в ту сторону. Вот сюда. Я могу ошибаться. И очень сильно ошибаться. Да не, вон, кажется, это место. Да? Это ж ты? Кажись, оно. Да, это оно. А, чел, оставляю тебе эти души. Почему он тогда, я помню, на меня не напал, когда я спрыгнул, тоже так же? Давай, давай, давай. Пошли. О, теперь он не напал. Ладно, поставлю эти мелкие хилки. Вот здесь я сразился с тем чучелом. Он труп. Поэтому можно идти дальше. Так, и здесь у нас такая локация была. Я с этим базарил. Иди же. Он, короче, рассказал немного истории, что все было в порядке, потом этот мир перевернулся вверх ногами, когда пришел кто-то там к власти. Типа того, видите, дома вверх ногами. Так, вот сюда я зашел, я увидел локацию и решил отсюда свалить. Потому что здесь все вверх ногами. Лутаем. Приказ короля. Если я, короче, вас с одного удара, ну, сразу не убью, пойдем немного оружие затачивать. Так, зов. И чё? Так, отлично. Ой, там можно выше забраться. Интересно, куда это выше. Куда это меня выше приведет? Мне не хватает силы. Черт. О, забрался. Уебнул, я упал. Нихера себе. Что это у нас такое за место? Довольно странное место. Пещера. О, сундук. Я теперь вас всегда проверяю, сундучки. Лишь не думай. Манойт, это что, какой-то релище? Срез? А ну-ка. Там что-то светится, там предмет светится. Или нет?
Что это за место? Это проход. Я понял, что это за место. Я теперь понял, что это за место. Ну, по сути, я потом, если сейчас его убью, не смогу больше играть за этого персонажа. Не, как бы смогу, только начнется. Знаете, как в Dark Souls, вот это, типа, повторные прохождения. Того будет. Ладно, хотя бы срез открыл. Ой, вот здесь я мог сейчас немного облажаться. Ладно, посхилюсь. Так, благословение получил. Все окей, поехали. Как говорил, умираю раз. Идем затачивать меч. И то, если мне хватит на заточку. И то, если мне хватит на заточку. Интересно, тут без разницы, куда идти? Ага, только куда прыгать? Куда падать? Прекрасно. Угадай, куда я упал. Короче, тогда нам можно любую сторону выбрать. Блин, а как я потом отсюда буду выбираться? Хотя... У меня ж мой звоночек есть. Ну, не звоночек, а рок. Не зря их так много купил. Так, ладно, поехали. Отлично. Да, немного хп отняли, но все же. Хотя бы живой. А не, еще не все. Босс? Кажись, да. Да, босс. Безымянный бог. Оу. А ну, беги на меня. Это вторая фаза пошла? Нет. Давай, беги, беги. Что? Давай, беги на меня. Разгон. Черт. Молодец, молодец, молодец. Сильный, 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 признаю, признаю. На! Я забэкстепил его. 50 как душ, 50 монет. Страх безымянного короля. И вот народ, колодец. А если пройти дальше, здесь будет чучело. Но оно молчит. Я нажму ничего не делать. Это потому что я с ним все поговорил, это плохая концовка. А это хорошая концовка, поэтому... На плохую концовочку я не хочу играть. Я просто хотел узнать, что это вообще за чучело. Прогуглил, оказывается, это. Если вы 4 раза встретить, то, короче, в конце будет выбор на хорошую и плохую концовку.
Если бы я, типа, снял с него шлем, мы бы, ну как, вырвали бы его, одели его себе на голову, и нас бы притянуло к кресту. И тогда появился бы новый. Да, мы выбрались из воды. Бежать из когтей проклятия. Достичь покоя желанного. Жадно хватает воздух. Душа, рожденная заново. Короче, как-то так, хорошая концовочка. Мы заново родились, считайте. Это мы как будто, знаете, были с вами в чистилище. Поэтому как-то так. Salt and the Sanctuary. Sanctuary. И пошли титры. Sky Studio. Why? Sky Studio. Sky Studio is Led Discoverers, James Silver, Art Unicorns, Michelle Jazz Seal. Так, ладно, короче, как-то так. Интересно, будет ли что в конце. Это промотать никак нельзя. Ускорить нельзя. Потому что как-то так. Ну, давайте теперь оценивать игру. По сюжету. Немного ничего не ясно, но они пытались сделать какой-то мини-сюжетик. В принципе, как в Dark Souls. Хорошая. Сама игра как под... Да... Я не прочел книгу! Я не прочел про врагов! Черт. Ладно, неважно. Первый плюс. Есть разновидности оружия, но их мало. Плюс-минус в Skyland так. Озвучка... Озвучек нету. Описание предметов есть. Бестиарий есть, где показаны все враги. Ну, не все, но большинство. Это хорошо, это тоже как бы плюс. Музыкальная про... Короче, музыкальная музыка. В принципе, нормально. Потом... Спасибо, что играли, не за что. Музыкальная про... Блять, короче, музыка нормальная. И в конце красивая, когда мы сражаемся с последним боссом. Потом. Огромное дремо... Дремо. Древо прокачивания. Тоже довольно прикольно сделали. Всё, НГ+. Мы играли 14 часов с вами. Ну, почти 15, если округлить. И вот, мы продолжаем. Видите, вот это, что отнимается? Это наша жизненная сила. Да, у нас нету способностей, конечно, уже. Ну, в принципе, игра отлично. Так, все остается. Бестиарий все-таки остался, да, у нас? А ну. Много, да, много врагов, разновидностей. Боссы тоже прикольные. Боссы с несколькими фазами. Тоже как бы в плюс идет. Есть секретка, есть развитие. Так, в соли, если, допустим, там просто мы выбираем какую-то характеристику, здесь же нам предоставлено целое древо. Много разновидностей классов. Тоже как бы идет в плюс. Ну, я считаю, в принципе, игра отличная. Так, вот он. Это чудовищный смрад. Гниющий владыка смрадной трясины. Говорят, это отвратительное смердящее существо под алхимическим опытом никоей лесной тени, чай амбиции сильно превосходит осторожность. Сначала тварь вышла маленькой, но сожрав свое создание, не только выросла, но и поняла, что нет лучше лакомства, чем человеческая плоть. Изи, смрадный отпрыск. Порождение этого чудовища смрада. Так. Смрада, смрадные отпрыски. Более похожи на волос или ноготь, нежели на яйцо. Эти полу... полуразумные создания хозяина просто сбрасывает, после чего они со временем погибают. Короче, это временно. Враги у нас были. Гнильщик. Утонувший разбойник, зараженный серой гнилью. Эта болезнь обычно поражает целые сообщества, причем каждая из них регулирует на нее по-своему. Разбойники-гнильцы сделаны из своей болезни религию, придумали для своего бога житие. Житие. Так, разработали развратную систему грехов и эпитемий и создали чудовищный обряд. Как-то так. Ведьма озера Сайра, так это было. Паук был. У нас еще какие-то... Да, так, Падун был. Шептуны всякие. Так, где-то еще враги у нас были новые. Где же?
Без кожи. Личный охранник Алхимрани, соляная алхима. Невероятно сложное искусство. А без кожи так. Все это тоже было. В смысле, я от него один раз умер? Разве? Я от него не умирал. Ну, ладно. Так, это был. Вот, летающий паук. Он даже не влазит в ячейку. Крылатый болотный паук. Так, могильщик. Рейский дух, существо, призванное могильщиком. Это лишь зеленое свечение внутри. Дух соорудил для себя подобие тела. Из камней склепа мертвых богов. Хранитель склепа. Вот, Крейкан Дракон Корж. Великий Крейкан, владыка бурь, хранитель склепа мертвых богов. С тех пор, как люди открыли мореходство, моряки боятся этого чудовища, которое может повелевать штормами и может с ровной легкостью отправить в ледяную подводную могилу. Что матросы, что короля. Безымянный бог, владыка этого острова, обладает невиданной силой над временем и пространством, но смертен. Так, подвижен ошибкам и обречен вечно страдать от неутомимой алчности. Светильники на его спине показывают, что его жажда больше всего оснащена духа, так, освященного духа, полученный который с солерожденным не под силу. Так. Мордуэла Мал, муха-убийца, королева безлунного неба. Крайкан инсектоид. Так, от счастья обитает в эфирных материалах огня и неба. Ее дрожащие усики то проникают в небесный мир, то возвращаются в земли. Забытый рыцарь? Так, гигантский живой мертвец в прочих доспехах. Он вооружен большим мечом и одет в тяжелую броню. Но его неловкость почти вызывает жалость. Как будто когда-то он был каким-то богом. Но с тех пор сделался лишь нелепой тенью себя самого. Забыт король, это кого я-то убивал, хотя вы, кажется, видели, да? Ладно, гигантский живой мертвец, наряженный в золото и держит в руке огромный скипетр. Известный, так, извращенный символ королевской власти. Так, забытый судья, гигантский парящий живой мертвец, он обладает, так, она облачена в истлевшую фиолетовую мантию и носит с собой большую книгу кожаной обложки. Так, это был. Деточка была. Ну, в принципе, и все. На этом игра у нас кончается. Как-то так. Поэтому я даже большинство из этого ничего не тратил. Завершить игру. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. И дальнейшее будет у нас именно сам Dark Souls. А именно первая часть. Первая, потом третья, либо вторая. Но я, конечно, рассчитываю, что будет сначала первый Dark Souls, третий Dark Souls и второй Dark Souls, так как во втором Dark Souls очень много боссов. Но третий Dark Souls более красивый, поэтому всем пока.